здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Peugeot 307 2007 года выпуска. Объем двигателя 1.6 TU5 GP4. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. 13 кг. Второй цилиндр. 13 кг. Третий цилиндр. 12,5 кг. Четвертый цилиндр. 12 кг. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.